Всех участков фронта наступление развивается успешно. Впереди река, за рекой немцы. Приказ форсировать реку. И началась переправа. Все действия переправы артиллерия подавляет открытые точки противника в глубине его обороны. Вышли на работу труженики войны, саперы. Они расчищают путь наших танков. Когда саперы расчистили проход в минных полях, на прорыв Орловского плацдарма вышли наши танки. Искусно маневрируя, танки с флага выхватывали узлы сопротивления противника. С утра до вечера наша авиация штурмовала укрепление врага. Thank you.
поддержанная артиллерией, авиацией и танками, пошла наступление пехота. Над полями боя завязывали жаркие схватки истребителей. Немцы теряли машины за машиной. Геройский до последнего движения штурмалом трагичные пятерочки. На каждый наш поврежденный самолет приходилось 2-3 немецких. Яростное сопротивление противника, наши войска ворвались в глубину немецкой обороны. Немцы упорно цеплялись они за каждый рубеж. Все выбивали противники из укреплений и захватывали пленно. Так взламывали наши войска укрепления врага на Орловском плацдарме и еще недавно объявленном немецкой печати по радио символом неуязвимости германской обороны. Инициативу в свои руки, войска Брянского фронта поднимались вперед, снимая один за другим населенные пункты. Немецкий пулеметчик пристроился на крыше. И час он замолчит навсегда. Русские, родные, из оврагов и лесов родные места возвращались немногие уцелевшие жители. 2 года провели они под игом оккупантов. 2 года мучений, горя, слез и ожиданий.
шли вперед, и перед ними открывались печальные картины истерзанной и опустошенной родной земли. Жили они при немцах, лишенные крова под открытым небом. Кто без пропуска оставляет свое место жительства, будет расстрелян, угрожали немцы. Ни угрозы, ни страх смерти не сломили советских людей. Они уходили, прятались и ждали своих, ждали спасения. Разбивая наступление, Красная Армия возвращала родине все новые и новые деревни, села и города Орловщины. Освобожденный Мценск, город воспетый Тургенев. Пусть его улицы, как жизни в домах. Все это сделал память. Вслед за Мценском занят Болхов, старинный русский город. Жители Болхова на его глазах уничтожали немцы родной город, срывали их жилые дома, разрушали церкви. За этой колючей проволокой томились полки советские люди, жертвы гестапо. Заряв царский полк и лежит врага важных пунктов, наши войска продвигаются вперед. Центр боевых действий переместился к За 22 месяца своего пребывания в Орле немцы превратили Орловский плацдарм в мощный укрепленный район. Многочисленные дзоты, принтерные трофеи опоясывали центр вражеской обороны. Здесь враг применил свою новинку, бронированный колпак, мастерство прозванный им несокрушимым крабом. Эти укрепления противника поддерживала мощная техника. Она осталась на поле боя. Каждый бой приносил немцам огромные потери в технике и живой силе. На пути отступления вражеских войск нарастали кладбища. Пищи убитыми и пленными потеряли немцы в этих боях. Thank you.
Справа фланга войскам Брянского фронта содействовали войска Западного фронта под командованием генерал-полковника Скалопского. Несмотря на дожди и бездорожье, наши части двигались вперед. Смелым маневром конница обошла противника и ринулась по немецким тылам. Преследуя отходящего врага, не давая ему закрепиться, действовали наши танки прорыва. Бойцы врывались в расположение врага и захватывали в плен. Командующий войсками Центрального фронта генерал армии Рокоссовский. Полностью восстановив положение, занимаемое до начала немецкого наступления, войска Центрального фронта километр за километром очищали Орловскую землю. Все ближе и ближе подходили наши войска к Орлу. В это же время на левом фланге Курской дуги войска Степного и Воронежского фронтов, развивая контрнаступление и выйдя на рубежи, которые они занимали до начала немецкого наступления, приближались к Бердову. Командующий Воронежским фронтом генерал армии Батутин. Командующий Степным фронтом генерал-полковник Конев. Частями наступающей армии был Орел. Подожженный немцами город горел.
За решетками гестапо давно уже слышали голоса советских пушек, считали оставшиеся минуты. Они кружили все муки фашистского рассерка. Смертники, возвращены к жизни, снова над ними голубое небо родной страны. Люди плакали. Не было слов, которые могли бы выразить их великую радость. Воспоминая с камин на кюрзе, было и все, что напоминает о немцах. Боевые товарищи и освобожденные советские люди отдавали последний долг героям, павшим на поле брани. Орел провожал последний путь прославленного героя Сталинграда и Орла, генерал-майора Гурдьева и танкистов-гвардейцев, отдавших свою жизнь
за освобождение города. Придет время, и на центральных площадях Орла и Белгорода будут воздвигнуты величественные памятники полководцам, генерал-майору Гурцеву и генералу армии Атанасенко, павшим в боях за славные наши города. Вечная слава героям! Туда, где продолжается битва, уходят прославленные дивизии. Приказом Верховного Главнокомандующего во знаменование одержанной победы дивизиям, ворвавшимся первыми города Орел и Белгород и освободившим их, присвоены почетные наименования Орловских и Белгородских. Слава героям! Сегодня, 5 августа 1943 года, 24 часа, столица нашей Родины, Москва, будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. Thank you.